Город Орландо, Соединенные Штаты Америки. Прекрасные пальмы, бассейн, все очень красиво. И неожиданно такой плов в центре Орландо, короче. Такая ситуация. Наши узбекские братья пригласили нас отведать настоящего плова, короче. Из первых рук, что называется. Вот остальная обстановочка. Все красиво. Конор звонил, только что Конор Макгрегор говорит. Спрашивал, на каком турнире ты будешь, чтобы ему не приходить. Скажи ему уже, теперь я здоров и могу на любой турнир приезжать. Мы вчера это видели, земляк. Так что нормально, так что пускай готовится. Отлично, отлично. Вот у нас еще один олигарх местный объявился. Сейчас мы его выдернем. Амари, вот прямым текстом весь Дагестан гадает. Говорят, ты $50,000 выиграл бонус за бой и UFC, короче. Где бабки, братуха? Один вопрос. Эй, Амир, все уже. Да, пока не знаю, брат, пока еще не пришли ко мне. Ну, мы тебя встретим нормально, Махачкале, когда будешь лететь с капустой, ты сообщи нам заранее. Ислам. Смотря, общее положение. Нормально, обстановочка. Да, вот по диете, все по диете. Ничего еще не позволяемся. Красиво, снимем. Теперь а вот, собственно, и герой вечера, да. Я снял молодежь, показал, короче, то все. Теперь-то вот. А гайка. Одеть. А, красиво, красиво. Вчера были на бое, вот этот парень, короче, быстро, точно, четко по-дагестански решил вопрос. Очень серьезный план был поставлен Эльдаром. Я изначально сказал, сайстеп, разворот, переворачиваешь, суфлекс на воздухе и пяткой, короче, вот хотя бы вот сюда мочку. Но я не понял одно, он мне говорил, треугольник, чтобы я сделал, или прямоугольник? Там, знаешь, как, очень... с самого начала мы хотели нейтрализовать мочку уха и камбалоидную мышцы противника. В итоге мой план сработал нормально, сейчас пишем на второй год мангер. Какое ухо? Камбалоидная мышца, это очень опасная вещь. А так, на самом деле, все было здорово вчера, короче. Мы получили истинное удовольствие, видели те масштабы, до которых дорос наш земляк с соседней улицы. Пацан чуть ли не наш, с нашего двора, и он... С пятого поселка. Вот. И каким вершинам спархал или спархнул. У тебя лучше, у тебя же двойка была по русскому языку, Ислам. У меня двойка. Вот такая история, короче. А я вообще на русский язык не ходил, прогуливал. А что, я на дополнительный даже ходил. Красиво, красиво. Ислам в это время на тренировках был. Он на дополнительные тренировки ходил. Не, я на дополнительный русскую литературу ходил. С орфографией у меня нормально. Все было грамотно, все было хорошо. И еще пару слов, вот наш узбекский брат, мой тезка. Да, ты, короче, на ютубе скоро будешь, брат. На очень активном канале, там будет много просмотров, так что всем кавказцам, дагестанцам можешь вот... Огромный привет от узбеков, мы очень рады за Хабиба, мы ни грамм не сомневались. Просто пошли для приличия, потому что грамма не было, нет, даже переживания не было, от души говорю. Я даже вчера вот я там сидел в трибуне, ему сказал, не переживай, он съест его, это не победа, он просто съел. Чтобы такие... Я переживал. Да, победа продолжался, и я вас очень рад здесь встретил. От души, от души. Постоянно всем большой привет. Вообще с Хабибом удобно ездить, я так чувствую, и к Бараку Обаме мы через боя два заедем, наверное, нет? Ходишь в Америке, этого человека узнают, подходят. Ну, естественно, из-за меня, да, из-за моих связей, короче. Через Хабиба хотят на Эльдара, то есть на меня выйти, короче. Я тебя уже 2 минуты вижу молчаливым. Первый раз в жизни такая ситуация. Извиняйся, да? Твои первые 2 минуты в жизни, когда ты молчишь, Абубакар. Я, брат, всегда молчу. Пацан, ты здесь должен, ты как дагестан гангстер, должен поставить точку. Кважи, вот сейчас он гангстер. Вот, красиво. Скажи да что-нибудь, что ты это. Ассаламу алейкум, джамаат. Так? Ростал имаму году. Красиво, красиво, короче. А я так-то ништячки дальше сниму. Все, завершаю трансляцию. Очень уютно, прелестно, красиво и замечательно.